Сегодня, сейчас, я спасаю ребенка от укуса клеща. Это бич весны, это бич осени. Но впереди зима. Зима, ребят. И собаки очень часто, особенно гладкие, они простывают, они мерзнут. А у нас, ребята, нет ни крыш, ничего. Нам нужна помощь сейчас в постройке крыш. Хотя бы укрыть их от снега. Ребята, мокрый снег, ледяной снег. И все это нас ждет. И очень скоро мы даже оглянуться не успеем. Ребята, мы их спасаем. Спасаем. И я прошу вас присоединиться к нам. Я ведь каждый день в каждом ролике, буквально в каждом ролике прошу вас о помощи. Ребята, не потому, что я такая звезда экрана. Ребята, потому что кроме меня за них попросить просто некому. Некому, слышите? А я прошу, чтобы вы нас услышали. Услышали их безмолвный крик. Услышали их немые просьбы. Ребята, я прошу вас. В приюте очень много голых собак. С очень коротким подшерстком. Совершенно неподготовленных к зиме. Именно игрались и выбросили. На них наплевать половине нашей страны. Но я надеюсь, что другой половине все же не все равно. И я прошу вас, друзья, отзовитесь, мои хорошие. Отзовитесь. Я не знаю, какие слова, вот как подобрать, что сказать. Ребят, посмотрите на нас. Помогите нам. Нет, неправильно, не так. Вы знаете, я говорю какие-то общие фразы. Какие-то общие фразы, потому что ничего другого на ум не идет. Но, может быть, вы услышите. Пожалуйста, может быть, вы услышите.